Они осознавали, что за ним Москва, за ними их семьи, мамы, бабушки, сестры. И они осознавали ответственность за свою страну. Все для победы. И они поклялись друг с другом, что все сделают то, чтобы снять. И они стояли не 5 дней, они стояли 2 недели. В 17-й школе урок мужества. На нем шла речь о подвиге подольских курсантов, которые в октябре 1941 года встали на пути немецко-фашистских оккупантов, рвавшихся к Москве. Провел этот урок для старшеклассников депутат Совета депутатов Сергей Есин. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Историческая память партии «Единая Россия». Из 3500 подольских курсантов более 2500 в тот грозовой год отдали свою жизнь за свободу и независимость Родины. Их вклад в оборону Москвы огромен. Они уничтожили около 5000 немецких солдат и офицеров, то танков и бронетранспортеров. Пока красные юнкеры сдерживали наступление сил противника, удалось создать и укрепить новую линию обороны и подвести резервы. Есин напомнил школьникам предсмертную фразу другого героя Великой Отечественной, генерала Дмитрия Карбышева: «Я честью и Родиной не торгую». Я полностью согласен с этой фразой, то, что честь и Родину не продают, ведь это действительно очень важно, патриотизм, это, ну, действительно, каждый человек должен любить свою Родину, дорожить ей и, конечно же, должен стоять на ее защите, что и сделали подольские курсанты. В завершении урока мужества депутат Есин исполнил песню Александры Пахмутовой на стихи Михаила Львова «Горячий снег». Ходили в схватке рукопашной, и превращался в пепел снег, хватал руками человек. Горячий снег, кровавый снег. Андрей Цыханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.